Привет! Вы на канале «В поиске кладов» с Серегой. Проведем сегодня небольшой эксперимент, как ведет себя терочка, наша XTR-705, под линией электропередач. Смотрим. Что, друзья, мы увидим? Я нахожусь под линией электропередач, так называемая ЛЭП. Рабочая, гудит, пищит. Прям под ней стою. Сейчас мы проверим наша терка, как она будет работать. Ну, ребят, сейчас все по стандарту. Включаем прибор. Отлично. Так, пришел. Вот, что не нужно. Звук 30, послышно. Чуть поставим полный 30. Ставим ближе к полметру. Чисто место. Оставим секунду. Как вы видите, на 30 чуйке сигнал немножко прыгает. Но как бы особо помех для поиска это не предоставляет. Искать можно. Я заранее зарыл цель. Сейчас мы посмотрим, как терка его обнаружит. Сделаем катушечку ровненько. И начнем искать. Как вы видите, вон. Цель обнаружена. Прям под лэпом. Цель видит отлично. На чуйке 30. Цель я зарыл довольно-таки глубоко. Как вы видите, приличная глубина на штык лопаты. Вот такая пуговка, которую я нашел здесь, под лэп. Я вывод такой, что прибор-то ведет себя довольно-таки стабильно под линией. Единственное, возникает немножко такой фон. На 30 чуйки. Если убавить чуйку на 28, фона такого не будет. Цель обнаруживает отлично. Даже с этим фоном ходить можно, как бы. Кто опытный, тот знает, что сигнал хороший, он все равно будет слышен. Ты его поймаешь, никогда в жизни не пропустишь. Ну все, друзья, спасибо за просмотр моего небольшого видео. Пока!